Доброе утро! Наступил новый день. Погода прекрасная. Горло болит, слышно, да? Но сегодня ожидается теплый день. Сегодня и завтра два дня выходных. Выходные это хорошо. И хорошо, когда мы используем, так скажем. Вот. Машина готовится, и сегодня мы хотим посетить один город, который давно хотели посетить, и мы там уже 13 лет, наверное, не были. Были мы там, когда еще не были женаты, перед свадьбой. Это Париж. Вот. И хотели давно посетить, но не было возможности, то не было времени. А сегодня решили спонтанно все-таки съездить. Бросить все, оставить и съездить. Поэтому мы едем в Париж. Пусть Бог сохранит и благословит. Буду снимать для того, чтобы что-то показать интересное. Ну а мы начинаем. Берите что-нибудь вкусненькое, заваривайте чаек или кофе и садитесь поудобнее. Поехали! Первая остановка, полпути пройдены, осталось еще совсем немного, ну, примерно 2 часа, и мы будем в Париже. После Парижа есть план посетить еще один интересный город, который называется Раймс, и там мы уже заночуем. Да, Даня? Ты сейчас спать, наверное, будешь? Распаковываемся, запаковываемся, и вот сзади на фоне Эйфелева башня. Хорошо, будем смотреть.